Сейчас вы услышите разговор с больным, обнаруживающим старческое расстройство памяти, для которого характерно выпадение памяти на настоящее и гораздо большая сохранность на прошлое. Давно ли вы лежите в больнице? Я не вспоминаю тебя, просто не помню, как быть ночью. Из памяти стираю тебя, на полу пепел, в кино ты морфий. Я не вывожу из себя рыский запах, едкий дым копы. Может быть, я тебя не вспомнил. То, что на эту ночь поутру сохнет на полу пепел. Я не вспоминаю тебя, просто не помню, как быть ночью. Из памяти стираю тебя, на полу пепел, в кино ты морфий. Я не вывожу из себя резкий запах, едкий дым копы. Может быть, я тебя не вспомнил. То, что на эту ночь поутру сохнет на полу пепел. Я не вспоминаю тебя. Эйфория так модна, без тебя мне так пусто. Отходосано утро, не приходите, здесь грустно. Очередь взрыв, я на занятом, куда идти, если все не то. Помоги мне, мое шепито, драматургия, все продано, пропито. Ночь огняду на риве, это мой ты. Что не говорить мне, не будешь со мной, пусть. Все, что было, оставить зря. Нет, я не буду. Я физически здоров. Я еще недавно 2 фунта одной рукой поднял. В каком году вы родились? Ну, почти так. Вы не помните? Нет. Я не вспоминаю тебя, просто не помню, как быть ночью. С памяти засирает тебя, на полу бедок, кинутый морфий. Я не вывожу из себя, резкий запах, едкий дым копоть. Может быть, я тебя не вспомню. То, что на эту ночь поутру сохнет на полу пепел. Я не вспоминаю тебя, просто не помню, как быть ночью. Из памяти засирает тебя, на полу бедок, кинутый морфий. Я не вывожу из себя, резкий запах, едкий дым копоть. Может быть, я тебя не вспомню. То, что на эту ночь поутру сохнет на полу пепел, кинутый морфий. А где вы живете? Я живу, район я не помню, потому что не выходил. Поликлиники, больница. Где находится ваш дом? В каком районе? Мне не приходилось выходить.